Сегодня в нашем мире Майнкрафта я играю сам, без Кати. Мой папа на работе, мама где-то там в комнате смотрит фильм, а Катя уже давным-давно спит, ведь в Новосибирске уже ночь. А я играю в Майнкрафт. А все мы знаем, что значит то, когда я один играю в Майнкрафт. В это время я очень люблю пошалить. Но не в этот раз, ведь сегодня шалить я не буду. Сегодня я буду мстить. Аж небо заплакало на том слове, как я сказал мстить. А это значит, что сегодня будет жесткая жесть. Под предыдущим видосом на канале, который вышел вчера, все мы знаем то, что Катя взорвала к чертовой бабушке мою ферму железа. И все мы знаем то, что в конце мы спасли трех жителей. После их спасения мы просто с Катей отправились домой и вышли из Майнкрафта. Но кто знал, то что возле фермы железа, вот чуть-чуть вот там дальше, находится спавнер зомби. И как мы уже все смогли, наверное, догадаться, эти зомби ночью заспавнились и просто раскукарачили всех жителей. Поэтому там и лежат вот эти три могилки. Ну а четвертый житель, четвертого жителя вот это, если я прям взорвал, но это из-за Кати, это просто Катя не доглядела, вот. Читая комментарии подписчиков под предыдущим видосом, все писали то, что Кате нужно отомстить. И буквально неделю назад я также в комментах вычитал новый троллинг, который предложил мне один мой подписчик. И в сегодняшнем троллинге главную роль будет играть наша супер-мега-звезда, которая проживает вот в этом доме уже очень много времени. Елизавета и ее муж Филипп. Киркоров. Филипп Киркоров его зовут, вот. Если кто-то не знал, Катя Лизочку любит практически так же, как и свою кошку Милку. Вне серии она каждый раз приходит к Лизочке и кормит ее ягодами. А я вычитал в комментах один очень хороший троллинг, который можно сделать с помощью тотема бессмертия, который находится у меня вот в этом... в этом сундуке. Я не знаю, работает это или нет, но я еще не тестировал вот этот способ троллинга. Но один из подписчиков сказал то, что если выкинуть Лизе тотем бессмертия, она его возьмет в зубы. И если попытаться убить Лизу, она не умрет. Ее так же, как и игрока в Майнкрафте, спасет тотем бессмертия. Поэтому в первую очередь я хочу протестировать, на самом деле это работает или нет. Опа, минус дождик, работает это или нет. Умрет ли Лиза или нет, если умрет, то тогда скорее всего потом я умру, когда Катя узнает. Но мы же и не скажем. Да, не скажем, конечно. Следуя этой логике, мне нужно два тотема бессмертия, чтобы сначала проверить, работает ли этот способ троллинга, а потом уже на самом деле его сделать. Поэтому прямо сейчас я отправляюсь в башню разбойников, добываю флаг вот этого рейда, делаю рейд, добываю еще один тотем бессмертия и после этого затаскиваю Лизочку вот туда. Хотя подожди, нет, я же ее могу вот туда затащить. Кстати, может ее сейф левой башней столкнуть? Падать там намного выше, чем с нашего лифта. Романтика! Толкну лису с башни. И Катя обосрется от страха, когда это увидит. Ну ладно, в этом-то и заключается весь троллинг. Башня разбойников находится не так далеко, как это могло быть, практически рядом возле нашего дома, поэтому паркуемся здесь на крыше, и сейчас нам нужно выследить того самого чувачочка, который таскает за собой везде флаг. А вот, кстати, он. Ну тогда мы тебя, чувачочек, твоим же оружием нафиг и... завалим. Ай, учитывая то, что у меня как бы... еще и тройной выстрел... Прыжок с разворота, ядрена кочерышка, на, а в принципе, как бы, флаг я добыл, поэтому вот это флаг вам в зубы, я могу отсюда сваливать. Эй, до свиданечки, в заднице стрела торчит. В принципе, в моей деревне очень даже хорошая защита. Огромные стены есть? Есть. Огромный вход, как будто в замке есть?
есть. Огромный пеструн на весь город есть? Есть. Ну, в смысле, перец, который Катя построила. Мне кажется, когда разбойники только его увидят, уже, в принципе, испугаются. Поэтому, мне кажется, рейд пройдет прям на отлично. Добрый день, жители! Я вам тут развлекаловку принес. Кто хочет пару разбойников закукарачить, а? Расчехляйте оружие, бейте в колокола, ядрить, колотить бесполезно и ударьте кто-то. Ну вот, наконец-то, хоть в чем-то вы полезны. Вы вот это, мои миньоны, големы, как бы вы тоже на вход идите. Просто я даже не знаю, откуда вот эти разбойники сейчас придут. Надеюсь, то, что они, в принципе, в город не смогут зайти. А даже если смогут, вы же их вот это расшибете, да? Ага, развернулся и ушел. Ой, кто это тут нам в двери стучится? Здравствуйте, слушайте... Учитывая то, что как бы шансов у вас, ну, так себе мало победить, да? Я вам предлагаю сразу опустить оружие и сдаться к чертовой бабушке. Не? Тогда миньоны в атаку! Давай, 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 иди их кукарачу, да, пацаны, давайте, давайте! Вы на меня как бы не рыпайтесь, вы идите с этими с големами, разбирайтесь, не... Ты смотри, ты смотри, ты смотри! Ля! Пацан Тре, вот на это я и рассчитывал! Ха-ха-ха! Я сказал то, что это будет слишком просто. Сюда! Пацан Тре, тут дверь открыта, я вас приглашаю на кружечку чая или кофеечка, там на печеньки, на что угодно. Заходите, не стесняйтесь! Давайте, давайте! Тут всего лишь два голема, которые вам задницу надерут. Ой, это всего лишь... Ой, вот, всего лишь... Ну, а тебе я сам задницу надеру. Ой, ой, ну можно и так, да. Вот так проходить рейд намного веселее. И ты, кикимора ходячая, тоже сюда спускайся. Давай, мы тебя здесь заждались уже все. Боишься, да? Ну, тогда я тебя вот так запиндюкаю, если ты, конечно, не против. Стрел-то у меня дофига, все же ферма скелетов дает о себе знать. Вот, совсем другое дело. Вот это мясо, вот это я понимаю. Бегемота только что вдвоем завал... Вот я вот кого-кого, на тебя я бить точно не хотел. Ну ты чё издеваешься, пацаны? Ну вы же видите то, что я за вас, ну меня-то за что? Ну ты чё, ты адекватный? Походу не очень, да? Там подожди, 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 там вот этот чубзелец, его сейчас выпадет 8. Его сейчас тотем должен был... Выпал тотем. Да тотем... Тупые големы. Ядрить, колотить. Ну ладно, хорошо, что у меня спаунпоинт вот здесь стоит. Так, последний остался, и походу рейд будет закончен. Или там еще один раунд. И ты тоже. Все? Рейд. Победа! Вот это я понимаю, мясорубка настоящая. Пацан Тре, хочу вас отблагодарить своим вот этим железным слитком. Ремонтируем вас. Вот этого тоже ремонтирую. Всех отремонтирую и тебе на одно железо. Два тотема бессмертия. То, что надо было. Ну, конечно же, герой деревни, как же без этого? Ни фейерверка, ни черта, ладно. Тогда я вам хотя бы фейерверк устрою. Два тотема есть? Есть. План мести есть? Есть. Это значит то, что мы уже на финишной прямой. Только осталось найти вот мои поводочки. Осталось затащить Елизавету, ну, пока... Или туда, или туда. Но мне кажется, для пробы вот с этим тотемом можно сначала на лифт. Там, если она выживет, значит, тогда выживет и на нашей башне. Я, конечно, в этом не уверен, но все же надеюсь, что да. А то тогда как я меня в реальной жизни грохнут не в Майнкрафте? Филипп Киркоров, вот это, я вашу вот эту женушку заберу буквально на пару деньков. Пошли, Елизавета. Я обещаю то, что она вернется. Может быть, если, конечно, подписчик не наврал, то что этот способ троллинга реально работает. То я сейчас ее к чертовой бабушке сброшу с лифта, а она не выживет. А сейчас, Лизочка, я вас немножечко так, если вы, конечно, не против, подтолкну в лифт. Было бы намного проще, если бы вы... Если бы вы сами туда залезли, но вы не хотите, поэтому придется вот так. Зато экстремальный вид спорта, аттракционы как-никак. А сейчас тот самый момент, когда мы узнаем, работает троллинг или нет. Кушайте тотем бессмертия. О,
взяла там зубы. Ну а сейчас или мы с Катей расстаемся, или мой троллинг работает. Мадемуазель Лизочка, я вам желаю хорошего полета. Вы первая лиса на этой планете, которая отправится в космос. Ну, или наоборот, из космоса упадет в Землю. Поэтому хорошего вам полета. До свидания. Она выжила! Или все же не выжила! Она выжила! Так, главное мне сейчас выжить. Вот! Лизочка! Бегает. Там убежала куда-то в шахту. А где поводки? Лиза! Лиза, я знаю то, что ты напугана. Давай за мной. Уже камень схомячила. Но ты ненормальная, а? Выплюнь гадость эту. Лиз, держи загадочную рогу хотя бы. Ну какой камень? Вот, совсем другое дело. Но если тебя вштырит, чур, это не я виноват. А то фиг его знает, в этом загадочном рогу всякие такие дебильные вот эти эффекты попадаются. Ну я тебе говорю, если тебя вштырить, я тут не виноват. Ну, схомячила, да, все же. Черные пырики-пупырики-пузырики-пузырики, да, пошли. Ай, Лиза. Ну что, осталось тебя затащить на Эйфелеву башню. Пока что не знаю как. С помощью нашего лифта и шалкеров вряд ли это получится. Но до следующей серии я что-то придумаю. А вот завтра... когда мы с Катей будем записывать эту самую серию. Месть не заставит себя ждать. Она подкрадется очень незаметно. Ведь мне кажется, Екатежопика все же проучить надо. Будет знать эта молодая женщина, как взрывать мои бесконечные фермы железа, големов и жителей вот этого всего. Филипп Киркоров, как я обещал, возвращаю вашу вот эту невесту Лизочку. Она немножко полетала в это, в космонавты, но вроде жива. Правда, она там супчик схомячила вот, загадочный, поэтому вы там аккуратней. Я уже черные пырики-пупырики видел, мне кажется, она там пердит как не в себя, поэтому... но это я так, как бы предупреждаю. Ничего, скоро правосудие восторжествует. Из-за вас, мои братья... Правда, не знаю, как вас даже звали, ну, житель номер один, житель номер два и житель номер три. Я 100% отомщу. Земля вам, пуховик.